Всем привет! Мы на рыбалке. В общем, сегодня хотим половить на живца и также половить карася. Посмотрим, что у нас получится. Ну и забросим удочку на живца. Вот такой у меня двойник здесь. 3 сантиметра где-то здесь. Флюорокарбоновый поводок. Вот такого где-то 25 сантиметров. Стопорок, скользящий груз, 5 стопорки и поплавок. Выставляю глубину, ну где-то сколько тут, сантиметров 60. Раз, два, три, четыре. Да, 60 сантиметров. И ловить мы сегодня будем. Обычно здесь ловили мы на красноперку, тушаира ловит, а сейчас на карасика. Вот, на такого карасика поставим на живца. Вот так. И заброс. Далеко не кидается. Ветер. Ветер. И вот ветер. Там одна трава. Есть кто-то? Да. Ух ты. Давай, 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 иди сюда. Ой, боже, какая прелесть. Хороший, хороший. Ну, как долго стояла удочка твоя? Это карась хоть? Да. Такой здоровый, что такое. Попался. Попался. Ура, 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 ура. Ой, какой. Ого. Ничего себе. Вот это карась. Вот это хороший карась. Ага. Шикарный. Надо экстрактор. Нет, можно и так. Вот какой карасик клюнул. Хороший. Молодец, Сережа. Ну, смотри. Даже его кто-то, да? Угу. Большой карась, да? Да, ну, наверное, килограмм уже чуть больше. О, угу. Ой, что такое хорошее. Сейчас у меня такая шкатушка. Вот он, не спеши, не спеши, не спеши, успеешь. Ой, классно. Ура. Ну, конечно, поменьше, но все равно. Камбалистый. Поплавок плывет, Сереж. Или мой. Или твой. Твой плывет. А твой, смотри, куда уже переместился. Смотри. Это твой плывет. Нет, твой. Мой как стоял, так и стоит. Выкладывай, Тера. Есть? Да. Смотри.
Она меня нашла. Моя любимая красная курочка. Ну да, молодец. И что? Это что ж такое? Опять красноперочка. На живца, на карасика что-то вообще не хочет клевать. Поставим мы все-таки красноперку. Мой снабженец меня уже сейчас снабдил красноперочкой Ира. И поставим на красноперку. Может, щуки здесь, в этом водоеме, больше нравится красноперка. Кстати, Ира разделывала щуку, то у нее в животе была красноперка, а не карасик. Ушла. Ушла, ушел, поплавок появился. Я пока не подсекаю. Он опять уходит, поплавок, ушел. Угу. Нету? Не знаю еще, вроде есть. Есть, дергает. Ну, маленькая, видимо, щучка, да? Угу. Ну так все равно же на красноперку, а не на карасика. Ну да, клюнула на карасика, не захотела. Да, привычный, видимо. Вот она. Красноперочка. Ой! Это я ее поднял. Испугалась. Вот такая щучка клюнула. Все-таки желательно, конечно, ставить живца с того водоема, на котором ловишь щуку. А перед этим мы поставили с другого водоема карасика. Не захотела клевать. Она на красноперку все-таки она клюнула. Стой, 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 Ир, прижду ее. Ой, господи, ой, какая скользкая. Сейчас выпустим, тише. И опять ставим на красноперочку. Оп. И закидываем. У Иры поклевка. У нас тут точно не красноперка. Ой, какой классный карась. Yes. Только забросила. Нормально? Угу. И сразу же и клюнул. Смотри, какой. Отлично. Ой. Ира крайнего карася вытянула на кукурузу. Я перед этим подбросил кукурузы. И Ира поставила червячка с кукурузой, и сразу же он клюнул. То подкидываем кукурузу и поставили сейчас на червячка с кукурузой. Нету.
сошла. А нет, тут. Траву завела. С травой. Есть там кто-то. Маленькая. Ой, нюнечка какая. Маленький живец был. Маленькая щучка. Сейчас мы тебя освободим. Совсем малыш. Угу. Ну, затянуло. Вперед, вперед. И пропал. Решили мы закончить свою рыбалку, так как перестала клевать. В принципе, Ире что-то жарко сидеть на солнце. В общем, завязываем с этим делом. На сегодня улов у нас, в принципе, вот такой. Оп. Три хороших карася, две отпущенных щучки маленьких, ну и Ирины, вон красноперочки. Ну, в принципе, нам и этих карасей хватит. А на этом до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Пока, до новых встреч.
заправки палят, прикинь. Вообще. Идиоты, да?